Курс мемкоина Doggy Hat установил новый исторический максимум. Стоимость популярного мемкоина Doggy Hat показала резкий скачок, перейдя отметку в 4 доллара. Рыночная капитализация монеты составила более 3 500 миллионов долларов и превзошла другой известный мемкоин Pepe. Всего за месяц токен мем показал повышение цены более чем на 420%. Возможно, на это повлияло то, что в середине марта этого года известный любитель собачьих токенов, мультимиллиардер и глава компании Tesla Илон Маск поздравил всех клиентов в сети X с Днем Святого Патрика, фотографии с собаками. После этого стоимость VIF подскочила более чем на 30%. В криптосообществе высказывается мнение, что очень скоро Doggy Hat сможет стать одним из самых заметных активов в своем классе на рынке и окончательно потеснит Pepe. Отметим, что популярность мемкоина обусловлена еще и очень симпатичным изображением собаки Ачи, которая и стала официальным символом актива на рынке. А самое удивительное то, что владелец собаки по имени Ачи, которая является символом мемкоина Doggy Hat, продал фото животного на аукционе как NFT-лот. Его купил известный криптовалютный трейдер Gigantic Rabbit Ventures более чем за 4 миллиона долларов. По всей видимости, отношение к монетам-мемам меняется на рынке, и вскоре они могут стать одним из важных элементов криптовалютной индустрии, и их статус изменится с шуточного на выгодный для инвестиций актив.